Здравствуйте, меня зовут Елена, я из Нижнего Новгорода. Но страхов у меня не было, я ехала с большим желанием и интересом большим. Вот, поэтому ожидания были самые позитивные. В принципе, я ехала узнать больше о том, как работает мое сознание, чтобы решать те вопросы, которые еще не решены. Работа над собой идет, и мне было интересно углубиться в эту работу. Я очень рада, что попала на этот семинар. Такая атмосфера дружелюбная, такой внутренний подъем после 7 дней, которые мы провели все вместе. И очень много осознаний, которые очень полезны для работы над собой. Очень много инструментов Татьяна Николаевна дает, и все это настолько просто. Что касается страхов, что касается панических атак, большая благодарность Татьяне Николаевне, потому что она такие рассказала вещи, очень легкие и простые, оказывается. И есть запросы у близких тоже, которые мы вместе будем прорабатывать, обязательно это использовать. На самом деле у нас все есть, и ресурсов очень много. И Татьяна Николаевна как раз и показала все ресурсы, вот эти, которые у нас есть, просто нужно взять и делать. Спасибо большое. И организаторам тоже большое спасибо.